Здание позади меня – это точная копия римских античных бань. Внутри вы видите руины этих бань периода примерно конца 2 века. Римские публичные бани занимали очень важную роль в жизни граждан. И бани, которые находились в колониях, отображали или были отображением тех бань, которые находились и в центре в Риме. Внутри бани имели шикарное убранство, а температура внутри могла достигать 40-50 градусов. Вода нагревалась до 80 градусов. Итак, за счет чего же это происходило? Мы пообщались с Зигмундом Кельном, директором этого павильона. Итак, эта комната — это в некотором роде реконструкция отопительной системы напольной. И эта конструкция достаточно большая или средняя для того периода? Это уже из больших. А насколько типичным был такой тип отопления? Везде, где мы находили римские строения среднего и большого типа, мы находили обогревательную систему такого типа. Итак, значит, система отопления состояла из топочной, которая находилась под полу. Теплый воздух проходил под полом в отверстиях, и продукты сгорания через глиняные трубы выходили через стены.